Так, ребята, я вас всех приветствую ко мне на моего канал Konami TV, Детрак TV. Так, ребята, у нас сегодня 3 августа 2024 году. И у нас сегодня, как обычно, как всегда, небольшой обзор. Обзор на платный мод, предоставлено от Николай Трак Донбасс, Константин Николаев, Volvo FH13. 460 крутящий момент. Вот. Он как бы предназначен для Eurotruck Simulator 2, для версии игры для 1.50 4.1. Steam лицензия с дополнением DLC. Так, ладно, ребята, тут как обычно ничего делать не будем. Попадем услуга. Покупка тягач. У дилер бренда модификация. Как мы видим, перед нами Volvo FH416S Globetrotter XL. Это Globetrotter XL, это вот эта средняя спалька. Вот, что могу сказать. Данный тягач стоит 1000 рублей, как бы. Естественно, что ссылка... ссылка про этот тягач будет под видео в описании. Да, это для тех, кто фанат, что на реальное время, что по игровое время. Для тех, кто фанат именно на Volvo FH. Ну, на любой там, без разницы, какая была, не было. Вот. Ну да, у меня никогда тандемовский вариант не было. Вот. Не знаю, как так получилось, что очень сильно захотелось ездить по тандемовский вариант, также возить грузы. Также в комплекте идет в прицеп тандемовский вариант от компании Wilton. Да, естественно, что не рефрижератор, а тентовый вариант. Так, ребята, обновленную версию вы можете получить при таком условии, что, короче, у него есть строгий режим, чтобы его ни с кем не делить. Вот, никому не продавать, вот, для того, что, и также оцените его труда, Константин Николаев, Николай Трак Донбасс, как бы, для того, да, оцените его труда, оцените его мода, вот, для того, чтобы получить для релизной версии, вот, естественно, что по той же ссылке. Так, ладно, что ж, изменяем конфигурацию. Ну, ребята, что могу сказать? Тягач класс, тягач супер. По поводу оптимизация прям бомбесно сделана ручной, да, собрано его, сделано ручной труда, как бы. Выглядит, сделано как 3D модель, выглядит качество как формат 4К. Вот, тягач класс, тягач супер. Прям бомбесный тягач. Да, еще раз буду повторить, что это для тех, кто фанат на Volvo. Volvo FH, там без разницы. Там FH, FH12, FH13, или там FH16. Ну, сами понимаете, как бы. Ладно, что ж, ребята, поехали, посмотрите. Данный наш тягач, на что он способен, и что нам докажет, и на что будет способен. Так, что ж, Globetrotter XL предоставлено одна кузов. Так, шасси предоставлено одна вариант, тандем, естественно. Так, движок Volvo D13K360 Euro 5. Коробка прямой передачи Aptiva Drive. АТ-2512D, так, iShrift 12 плюс 2 ретарда. Также есть Aptidrive и Aptirise 12 плюс 2. Давайте, пускай будет там 12 ретардов. Так, интерьер, естественно, что интерьер тут предоставлен всего лишь один вариант от Константина Николаев, Николай Донбасс. Так, по цветовой гамме.
Так, есть для тех, кто хочет для тех, кто хочет свое, как бы, да. Это для этого нужна Photoshop, как бы. Это уже сделать свой скин, как бы. Так, есть политический цвет. Берем зеленый с белой, красный с белой и зеленый с белой. Есть Silver Grey, есть Silver Guide, есть пользовательский цвет без металлика, хромовый вариант, матовый, если не хром, а матовый. Есть Deep Aquamanera, есть черный кинч, есть Sunshine Yellow, желтая, серая, так, бронзовый автомат, есть стороны синий, есть Polar Guide белый, есть Milano красный, есть Gumetal Blue, есть так, короче, Emerald зеленый, есть Blue Custom, Blitz Guide, так, 2, 6 и 10, 10-звездочный. Volvo есть красный, есть опять синий, есть уже, тут можно покрасить, всякие по свой вкус можно заметить. Есть от компании Softrans Auto, Санкт-Петербург, есть вот такой, Lars Limpa. Есть вот такая вариация, Globetrotter XL. Есть глобальный груз, глобальный трак. Есть с названием Volvo, с нескольких вариантов. Есть АП-25 такой, более такой красивый смотрится. Есть вот такая вариация. Есть вот такая, также красная, она, не знаю, прописана. Не прописана. Нет, да, не прописана. Есть вот такой, с несколько вариантов, есть зеленый. Сколько вариантов? Так, давайте идем по... по поводу краски. Ну, пускай будет... Ну да, пускай будет вот это. Так, по поводу тюнинга. Тюнинга можно разобраться. Поехали. Так, есть преобразованные маячки. Ну, я тут не понимаю, зачем. Но тандемовский вариант. Преобразованные маячки. Ну ладно, проехали. Так, есть освещение кабин, подсвет кабины. Так, есть Road Trains Leash. Это, знаете, это типа незаметная преобразованная маячка. Видите, незаметно. Ну, я его использовать не буду. Или хотя... Ну, да, я... Ну, потом сами там уже дальше посмотрите, как что чего. Так, тут у нас есть одна вариант. Видите, как все это дело прикольно, все реализовано. Ну, ребята, я это ставить не буду. По такому причине у него свое все прописано. Я просто это дело я пропущу. Давайте это дело мы убираем. А вот это на место его. Есть вот такая вариация. Видите, преобразованные маячки. Вот. Где она? Куда я его делал? Вот. Есть вот такая. Это типа отключает подсвет кабина. Есть вот такой вариация. Видите? Да, вот это глюк. Видите? И есть вот такой вариация. И также можно его вернуть вот таким вариантом. Видите, как все это дело? Ну да, вроде бы, не знаю, вижу, смотрю, что вроде бы нормально. Ну, если убрать, то убрать. Вот. Это у нас как бы Road Trains. Это, по-моему, когда вот автопоезд у вас, когда вы везете груз, более тяжелый, опасный груз, то это типа дает знать сторонам аэротрафика, что типа идет какой-то опасный тяжелый груз. Ну да, естественно, что я его не буду брать. Вот. Вот. Так, ладно. Давайте. Вот так. Не, видите, смысла нет. Да, ребята, смысла нет. Ну,
Не знаю, ребята, что вы скажете по поводу его. Ну, давайте мы это дело. Это дело мы. Давайте либо оставить. Ну, давайте. Давайте, вот это, я думаю, нормально будет. Такое короткое. Так, это понятно, это понятно, это понятно. Все устанавливаем. Так, что еще тут? Так, боковое зеркало. Так, есть пластиковое. Есть пластиковое плюс окраска. Давайте пластиковое. Так, тут всякие. На место табличка напарница. Вот это. Так, есть одна. Перед дополнительное зеркало. Так, тут у нас всякие. Это для тех, кто хочет свой. Для этого нужно Adobe Photoshop. Есть вот такая вариация. Есть Globetrotter XL. Есть Brave Transport BV. Есть Volvo. Есть Transauto Санкт-Петербург. Есть Lars Prime. Есть вот такая. Есть вот такая вариация. Есть Globetrotter XL. Есть опять Globetrotter XL. Globetrotter XL. Глобальный груз. FH13 460. Так, есть стартовый вариант. Есть вот это. И есть такая. Давайте оставляем вот это. Как раз она подходит к друг другу. Так, тут имеем с названием Volvo. Название Volvo CFH. И там. А, все понятно. Давайте оставляем вот это. Так, смотрим. Это дополняшка. Да, вроде бы мы не видим глюк, как бы. Ну, там немножко зазор. Но я думаю, это не глюк, конечно. Так и должно быть. Так, тут пускай будет L. А тут пускай будет R. Так. Так, тут. Дополнительно. Так, все. Так, переделка. Это защита для того, чтобы камни не попасть. Так, есть вот такая вариация. Есть вот такая, давайте вот это все. Так, это у нас передняя боковая аэродинамический дефлектор. Пластиковый вариант. И есть вот такой. Давайте оставляем пластиковый. Так, тут имеем S или там L, LG. И там будет, пускай будет LG 5 поколение. Так, имеем окраска, есть, ну, есть серая, есть окраска, есть пластиковая. Так, тут понятно. Так, Словения, Словекия, Россия, восстановление Польша Ребильд, Нидерландия, Молдовия. Латвия, Венгрия, Германия, Эстония, Чешская Республика, есть Болгария, есть Беларусь. Давайте оставляем, пускай будет русская. Так, тут имеем, понятно, короткая, пластиковая, есть окраска, есть опять окраска, есть пластиковая, пускай будет пластиковая. Так, тут у нас начинается заругаться, а, это типа лицо меняется. FH12, либо FH13. Пускай будет FH13. Так, понятно. 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 Давайте вот это оставляем. Так. Ну, это защита. Ну, я его использовать не буду, по такому причине, что у него есть. Пускай будет все свое, как бы. Так. Так, что еще мы тут имеем? Ну, с этого разобрались. Так, тут у нас есть пластиковая краска, есть полная пластиковая, пластиковая краска и полная пластик. Давайте вот это. Так, так, тут у нас передняя козырька, есть окраска плюс пластиковая, пластиковая краска, есть такая вариация, есть такая, есть такая, есть такая.
Давайте вот эту. Также тут вот там вариант. Так. Так, тут у нас есть пластиковая, есть окраска. Давайте пластиковая. Так. Открывание дверей. Есть пластиковый хром. Пластиковая, пластиковая краска и краска. Давайте пускай будет пластиковая плюс хром. Так, тут у нас либо вот это интеркулер, есть окраска, есть пластиковая. Так, по поводу колеса. Колеса есть два варианта. Гюдайровская, Мишлен. Давайте гюдайровская. Так, два варианта. Хром, либо металлический, алюминий, либо хром. Давайте металлическое, алюминий, то есть тут ничего не добавишь, тут добавлено, добавлено. Так, тут у нас три варианта. Давайте вот это. Так, есть вот такая вариация, есть вот такая, есть вот такой, есть вот такой. Есть вот такая. Так, тут ничего не добавишь, уже добавлено, добавлено. Теперь передние колеса. Есть вот такая. Есть вот такая. Давайте оставляем первый. Так, диски. Есть вот такая. Металлическая. Есть. Плюс. Колпачки. Хромовые. Есть вот такая вариация. Есть вот такая матовая. Есть вот такая. Тут ничего не прописано. Одна вариант. И одна вариант. Все. Так, тут либо пластик, либо краска. Так, все вроде бы с колесом разобрались. Теперь остается разобраться к интерьеру. Так, это понятно. Это понятно. Это понятно. Так, теперь попадем в интерьер. Что мы тут имеем? Так, начнем из рулевой колеса. Есть вот такая вариация, есть вот такая, есть вот такой. Давайте оставляем вот это. Также тут можно добавить всякие, можно колхозить всякие различные. Так, тут есть полностью перекроет. Есть вот такой вариация, есть вот такая. Также тут можно либо Швеция, Финляндия, флаг Швеция, Россия плюс Финляндия. Норвегия плюс Швеция, Норвегия, Нидерландия, Финляндия, Норвегия, есть Данмарк плюс Норвегия, есть такая, есть сигарет. Давайте оставляем вот это. Также тягач совмещает на некоторые места, совмещает Cecil Megapack, совмещает интерьер by Volley, также интерьер by Alpha. Ну, поняли. Есть такая вариация. Есть вот такой. Есть вот такой, есть вот такой. Давайте оставляем вот эту. Пускай будет V8. Так, тут есть вот такая вариация. Есть вот такая, есть вот такой. Также тут можно можно всякие замбендить. Есть вот такая. Если такое. Также тут еще. Так. Давайте вот это. Так. Давайте мы его. Блин, опять. Ну давайте тогда вот сюда загоним его. Так, туда можно всякие, также можно всякие, всякие различные методы можно колхозить, типа там для отскани, для хранить там право, техпаспорт и так далее подобное. Футляр от компании Рено. Так, тут какие-то различные домики. Ну, я думаю, нормально. Тут можно какие-то бутылки. Для удалить жажду. Так, тут у нас для тех, кто хочет с собой вещи возить, пожалуйста, сумка.
для тех, кто она, пожалуйста. И ноутбук. Давайте сумка. Тут пускай будет холодильник, для того, что не испортит продукта. Так, тут имеем либо заводской вариант, либо краска. Давайте заводской вариант. Так. Все, ребята, ну я там больше ничего ставить не буду. Все, вроде бы ничего. А, тут еще там шторчики. Видите, я про шторчики я забыл. Вот. Все, ребята, я так вижу, что больше ничего тут сверхъестественно. Давайте вот это уберем. А на месте его просто пишем тут, как там пишется там. Вот так. Все. Что ж, ребята, остается его приобрести. Купить, естественно. Так, есть куда-нибудь его отправить? Все. Теперь давайте тут параметр зайдем. Параметр. Так, игровой процессор. Там надо кое-что надо делать. А, вот эту нам надо. Это, вероятно, осадка нам надо половину. И тут. Тут. Понятно. Все, ребята, больше. Так. Все, escape. Что ж, попадем. Компания. Компания. Так. Грузовик. Volvo наш FH, который только что мы его перед вами начали посмотреть, попозичить. Что ж, ребята, добро пожаловать приватную автономную тягач от Константин Николаев, Николай Прак Донбасс. Вот, FH 13 460, крутящий момент. Что ж, дадим питание. Ага. Приветствует. Так. Так. Как видите, как мы видим, все это дело у вас. Ну, у вас не знаю. У нас все это дело работает. Либо оставить, либо включать. Так. Бортовой компьютер. Как видите, как мы видим. Там всякие различные функции выполняют. Так. Тут у нас уровня топлива, топливо, масло, уровня вода, часы, есть уровня топлива на 5270 километр, он готово есть, потрачит 12200 литр, также уровня масла, уровня топлива, и там еще какой-то уровень еще топлива минимально, максимально, и там часы и так далее и подобное. Так, ладно, с этим мы разобрались. Давайте это дело мы. Это дело мы включаем. Так, отпускаем окна. Смотрим. Есть контакт. Есть контакт. Так, приблизим. Есть контакт. Прописан своя. Так, ретардер. Ретардер есть. Еще раз. Есть ретардер. Повышение, понижение. Так, стеклоочиститель. Смотрим. Раз, это датчик дожди. Раз положение. Два положения. Третье положение. Четвертое положение. Пятое положение, она исключается. Это у нас датчик дожди. Посмотрим, она будет работать или нет. Срабатывается или нет. Так. Так, видите, как мы видим, пошла дождь. Так. За собой капли дождь не оставляет. За собой капли дождь убирает. Мажет отлично. Нет никаких грехов, нет никаких клетов. Также работает.
И снаружи посмотрим. И снаружи посмотрим. Есть контакт. Все есть, все работает. Прописано. Прописано стеклоочиститель и снаружи. Также слева с водителем в форме. Есть. Все есть. Все классно, все супер. Так. Давайте все это дело мы исключаем. Так, все как бы, сейчас он. Давайте теперь, так, смотрим. Так, стояночная есть. Лево, право, аварийка. Так, АКПП, коробка. Да, не прописано АКПП. Ну, не суть, нормально. Так, что еще? Вырубаем. Так, приблизим. Так, блокировка дифференциал. Смотрим. И на клавиши, и на подсвет кабина. Ну, подсвет торпеда. Так, вроде бы есть, светится. Так, теперь управление. Ос. Есть. Также подсвет. Подсвет торпеда. Так, есть. Все есть. И снаружи смотрим. Так, еще раз. Да, есть есть контакт. Есть физика. Ну, не знаю, ребята. Так. Так, давайте мы это дело отпускаем. Так. Так, смотрим. Сетевая. Есть звуковая щелчков. Не прописано. Не прописана анимация. Так, по поводу. Это габарит. Ближе, дальне. Габарит, ближе, дальне. Так, давайте теперь ночь. Потестируем. Посмотрим ночь, как будет работать. Так, полуночь. Все как бы, как видите, как мы видим. Давайте. Также все это дело мы исключаем. Все. Так. Смотрим. Так. Сетевая есть. Так. Это лево. Право. Аварийка. Так. Включим аварийка. Из кабины смотрим. Ну, и снаружи. О, с тому мекна. Без тому мекна. Так. Понятно. Так. Это лево. Это право. Так, реверс есть. Все, вырубим. Так, стоп. Стоп. Не прописано, ребята. Да, правда, не прописано. Стоп. Еще раз. Лево. Право. Так. Реверс. Все есть. Все класс. Все супер. Так. Сетевая есть. Ну, это да. Давайте еще тут можно. Там... понастраивать вот так. Так, еще раз смотрим. Сетевая. Так, ближе, ну, габаритно, ближе, дальне. Габарит, ближе, дальне. Габарит, ближе, дальне. Все это дело мы исключаем. Так, теперь что ж, я еще одну вещь, ребята. Смотрите, ребята, ну, у меня своя как бы. Так, нажимаю цифровой клавиш DLT, она у нас включается подсвет кабины. Видите? Видите, как все это дело? Все классно сделано. И, ну, немного седает FPS, проседает FPS. Я думаю, это ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, нормально будет. Так. Так, все, ребята, давайте быстренько, быстренько залетим. Все. Так, что ж, ребята, остается запускать двигатель. Так. Да, ребята, звук своя. Глянем. Так. А где ключ зажигания?
Не видим. А, это вот с правой стороны за баранка. Все, поехали. Да. Звук своя. Да, ребята, звук своя. Так, управление моста. Есть. Есть. До самого конца. Есть. До самого конца. Есть. Все есть. Все прекрасным духом работает. Так, сбросимся. Физика есть. Еще раз. Есть. Есть. Ребята, советуем, рекомендуем. Неплохой тягач. Плохой аппарат. Так, немного прокатимся. Так, по поводу. Вот это. Задние колеса. Задние колеса есть. Все работает. Все прекрасным духом работает. Немного прокатимся. Потом зацепим прицеп. Насчет тормоза слов нету. Давайте теперь проверим продвинутую цепку симулятор. Ребята, приобрести этот тягач, также в комплекте идет прицепа. Также прицеп от Николай, ну, то есть от Николай Трак, Константин Николаев, как бы. Вот. Так, что ж. Отцепляем. Да. Всё. Так. Смотрим. Да. Есть контакт. Так. Зацепим. Так, смотрим. Функция капилля есть. Еще раз. Так. Да, есть функция кабелей. Немного прокатимся. Ребята, советуем, рекомендуем. Тягач класс, тягач супер. Не знаю, ребята, пишите в комменты, что вы будете думать. Так, это еще не все. Теперь по поводу анимации баранка. Есть. Все есть. Все. Врубаем. Ребята, тягач класс, тягач супер. Под видео будет ссылка в описании. Что ж, ребята, надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы будете думать о такой прекрасной автономной приватной тягач от Константин Николаев. Николай Трак, Донбасс. Ссылка про этот тягач будет под видео в описании. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.